праздником, дорогие друзья. Сегодня много слов сказали, просто хорошего настроения. И чтобы всегда на этой сцене выступали только самые хорошие, лучшие коллективы. Тут есть ансамбль «Красная горка» звучал. Юра, возьми, пожалуйста, обратно. Спасибо. Будьте добры, счастья, здоровья. Всегда ждем в Кирове на нашей кировской сцене. Я только хочу добавить, у нас сегодня в гостях действительно замечательный человек. Любитель, хранитель, поэт и действительно композитор народного творчества, недостающий с гармонию многие-многие десятилетия. Владимир Булычев! Целые частушки «Матаня». Я, Матанечка,
Бабка. Отложи свою гармошку, поцелуй меня сладко. Целуй меня сладко. Надежда Зынова, Владимир Булычев. Областной дом народного творчества, наши кураторы. Спасибо огромное.